Йоу! Всем привет, братишки мои, сестренки мои и все остальные на видео заходящие. С тобой, как всегда, я, Володя Белочкин. И мы с тобой находимся в скаме. А именно я, отец Шамур, естественно, в роли Володи Белочкина. Мы находимся в скаме. И значит, у меня тут пришла в голову интересная идея. Мы с тобой еще не делали такого челленджа. Значит, я попытался пробиться на свой сервер, где я снимал для тебя предыдущую серийку, да? Где у нас с Володей были такие частичные, как говорится, проблемки. Скажем так, мы с тобой пытались спрыгнуть со скалы и бла-бла-бла, все прочее. Значит, я вернулся на этот сервер. И что я там увидел? Большую фигу с маслом, потому что сервер не работает. И теперь я понял, что нам не нужны никакие левые, неофициальные сервера. Мы пойдем с тобой и сделаем челлендж на официальном сервере. Задача на этом сервере — найти мотоцикл и построить маленький дом. К этой цели мы будем с тобой стремиться в этой серии выживания, если ты, конечно же, меня поддержишь. Именно построить маленький дом, да, и найти мотоцикл, чтобы Володя был байкером, как говорится. Поэтому сегодня я решил новую серию выживания для тебя поснимать на официальном сервере, да. Почему на официальном? Потому что, смотри, я пришел, значит, на сервер, где лут был увеличен на x5, да, на предыдущей серии. И что я получил? Ты видел, что я получил? Я получил большой пепендрик. Большой пепендрик торчал настолько огромный, что лута мы с тобой вообще не нашли, в принципе, в игре, да? Я подумал, ну, раз там лут хуже, чем на официальном, почему бы нам не просто не попробовать сделать челлендж на официальном, где реально, ну, то есть, получается, никаких внедрений администраторов нет, да, никто не получит там какие-то себе хибары, здесь все играют честно, на одинаковых условиях, здесь сложно, здесь мало лута, и возможно ли вообще здесь отжать байк? Слушай, мне кажется, это будет очень интересная серия, возможно, мы с тобой на стриме подключим, соответственно, наших ребят, и ворвемся сюда на этот сервер, и сделаем его нашим, как говорится. Как ты на это смотришь? Что, на стриме вчера был-то? Рассказывай. Значит, на стриме вчера мы с тобой переключали качество записи с Full HD на 2К, и качество записи не встало. То есть, представляешь, у нас с тобой не... Вот смотри, пожалуйста, бля, официальный сервер, аккумулятор валяется. Качество записи, короче, первый час стрима куда-то проебался. Я не знаю, обновит его YouTube или не обновит, значит, у нас качество записи, да, будет оно у нас лучше или нет. Но ждем, как говорится, надеемся и верим. Вот, поэтому первого часа записи, к сожалению, у нас нету с тобой. Но, тем не менее, как бы, что есть, то есть, как говорится. Давай посмотрим, как у нас играется официальный... Пожалуйста, официальный сервер. Понимаешь, лута больше, чем на каком-то левом серваке, на котором я играл. Это просто ужас какой-то, а. Вот как делают сервера. Вот, нормально, я сейчас чувствую, я здесь... О, нихуя! Ай, нормально, я думал, это человек, господи, это зомби. Давай, пиздец, пиздюченку. Пиздюленку, давай. Ой-ой-ой, рандомно созданный персонаж, кстати говоря. Хуй знает, что я вкачал ему. Ну, блядь, главное не откиснуть. Ну, не на старте, не на старте, Вовка. Не на старте, Вовочка, блядь. Ой, и, блядь, она разрывается, но... Ну, стаминки-то... А-тя-тя. Ну, давай, ну, пожалуйста. Давай. Давай, 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 сука. Сука, 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 сука. Давай! Пиздец, это пиздец! Фу, блядь! Фу, блядь! Ой-ой-ой, движуха, движуха, движуха! Ой-ой-ой, Вовочка, нормально там? Чё там по метаболизмику? Ой-ой-ой, тебя два рана, Вовочка! Ой, трусики рвать, рвать трусики! Ой, трусики рвать, ранку заделывать! Ёлки-палки, он порвал мне! Он порвал мне всю рубашечку! Господи! Боже мой, ты видел, да, вообще, чё вытворяется-то, а? Это же просто жесть какая-то, ребята. Чё с зомбями стало? С2 перебинтовываем. Мы до конца его не перебинтуем, кстати говоря. Нам нужно еще с тобой подлечиться. С2 самая опасная рана, которая проходит очень долго, поэтому ее нужно бинтовать быстро, да, и хладнокровно, моментально. Нарезаем вот это тоже на тряпочки. Но сейчас с тобой сделаем тогда и рюкзачок, и все прочее. Мне очень не нравится, как ведут себя зомби в скаме, да? Последнее время зомби в скаме являются крайне агрессивными и мощными созданиями, да? Я не знаю, с чем это связано, но... Вот видишь, с чем-то связано, как говорится. Так, сделаем вот так. Блин, стой. Вот так. И нам не хватает. Мы не можем С2 взять и залечить просто. Прикинь, это я с одним... Это что было нахуй? Парашютист! А чё было? Хуй приземлился? Ребята, скажите мне.
Я слышу, как кто-то шевелится. Ты слышишь? Блять. Мне кажется, мы с тобой в опасной ситуации. Ладно, давай сделаем то, что должен сделать настоящий выживальщик. Познайческами, да? Это срубим... Не, мне не надо срубать дерево, мне нужны веточки. Мне нужны нарубить кустарнички. Сейчас все скрафтим сразу. Лошадка! Это знак. Возможно, это... Этот самый единорог. Он встречает нас. Вон, смотри, лошадка! Это мой транспорт! Стоять нахуй! Возможно, это мой будущий транспорт. Так, маленькая-маленькая-маленькая. Длинная порубить на маленькие. Маленькая-маленькая-маленькая-маленькая-маленькая. Сейчас мы с тобой сделаем все как надо. Что за звук нахуй сейчас был? Как будто здесь байк стоит чей-то. Что происходит на этом сервере? А мы нихуя с тобой не сделаем. Знаешь почему? Мы с тобой даже веревку, наверное... Не, веревку мы сделаем. Вот. У нас с тобой нет одежды. Я порезал тряпки для того, чтобы вылечить Володю. И я больше не могу рвать, мне нечего рвать. Носка на член нет, носок нет, ничего нет. Я понял тебя. Нахуй мне камень. Бери. Бери вот так. У нас маленькая здесь деревянная. Я бы хотел сейчас взять ему Володьке заебашить копьецо, чтобы зомби не подпускать, да? Поэтому мы с тобой сделаем копьецо. Очень неприятная ситуация случилась с Володей. Вообще нельзя нападать на единичного зомби, если у тебя такие вот проблемы. Короче, как ты смотришь на эту серию выживания? Мне кажется, это достаточно интересно и пиздато. На официальном сервере посмотреть, чего можно достичь на официальном сервере, например, в соло. Оп, хуй! Я видел хуя! Челик! Побежал, побежал, нахуй! Сука какая, а! Вон, побежал, побежал, маленький, блядь! Мой лут лутает, нахуй! Приземлился на парашюте, блядь! В дома пошел! Где-то здесь, в кустах? Ну и чё мы прячемся, блядь? Сука! Я не хотел так подходить, если честно. Наверное, это хуёвый, да, знак, когда... Слушай, это, наверное, хуёво, да? Слушай, это наверное, хуёво, когда ты подходишь к человеку с пистолетом и говоришь, что и чё мы прячемся, блядь? Сука! Неудачный подход у меня к знакомству. Приболел вчера после стрима. Вот было слишком жарко, а я такой весь раздетый. Сука, кабан, блядь, кусок кабана, блядь, нахуй. Зачем стрелять безоружного? Ну вот зачем стрелять безоружного? Я уебуся! Нормально. Ну вот зачем было стрелять? Ну, я подошел по-человечески, спросил, ну и почему ты прячешься? То есть, а он взял и выстрелил в меня. То есть, ну, тоже странно, блядь, люди какие-то агрессивные, блядь. Официальные семь, ну вот зачем было? Ну зачем было? Ну я ж Володя. Я не понимаю таких людей. Я ничего плохого ему не сделал. Уже с пистолетом, блядь, два патрона на меня потратил. Пам-пам. Нормально подошел, спросил по-человечески. Говорю, ну и зачем мы прячемся, маленький? А этот челик что, сюда добежал с пистолетом, получается, туда? И уйдите нахуй, зомби, вы мне не нужны. Мне интересно. Он, получается, прикинь, добежал с пистолетом. До туда, до этой крайней локации. С меня даже взять было нечего. Мы могли стать друзьями, понимаешь? Ну, то есть, фактически, мы могли с ним дружить. Возможно, это был мой потенциальный товарищ. А я его. Мы могли прикрывать друг друга, быть друг другу надежной, верной опорой и надеждой, понимаешь, в этом выживальческом мире. Но он взял и бам-бам сделал, блядь. Некрасиво очень. Бля, лут на вес золота, наверное, да? Потому что здесь лут X1. Молодые мои пацаны! Слушай, ну, а как ты считаешь, я правильно подошел, спросил же? Не агрессивно это звучало? Вот
То есть, мне кажется, это абсолютно нормально. Вот, сука какая, а. Ну вот как вот с такими ребятами общаться? Ладно, мы найдем другой подход. Первая пиздюлина пошла, как говорится. Не, Володька, не везучий какой-то, блядь. Я же не нападал на него, я же с ним разговаривал. Я же не набежал на него с копьем, понимаешь? Это что, это волки? Пробка гвоздей. Это волк, слышал? Не знаю, зачем я это беру, если у меня нету контейнеров никаких. Да, волк рядом. Волки, лошадки, слушай, сразу видно официальный сервер. Сука, мне это нравится. Терпи, красавица, мне это нравится. Ой-ой-ой, прошу прощения, отдыхает сэр здесь. Сэр здесь решил прилечь и отдохнуть. Ну что ж такое-то, а? Блять, это все хуёвый знак. Ну откуда у человека пистолет? Ну давно, наверное, играет, раз с пистолетом бегает тут по серверу. Еще прячется от всех. Еще, понимаешь, в агрессии такой весь. Опа, нихуя. А здесь кто-то себе домик строил или здесь так и было? Так, дай-ка мы с тобой все-таки сделаем то, что нам надо сделать сейчас. Сейчас мы сделаем грамотный подход с тобой. Значит, к выживанию. Мы делаем камешки, берем, да? Вот, встаем между ними. Делаем вот так. Сейчас нарежем с тобой кустики. И, соответственно, будем выживать. Ой, бля, ну мне кажется, я неправильно поздоровался немножко с человеком, понимаешь? У меня такое ощущение, что я что-то сделал не так. Хотя все было, знаешь, все было хорошо, все было по плану, в принципе. То есть, ну, мы поздоровались с ним, у нас был контакт, коннект, и тут две пули въебало, блядь. Ну, это не гостеприимно как-то, во-первых, потому что я вот только зашел, он сам живил, что я новичок. Он мог бы пообщаться, он бы сказал, не подходи ко мне, иначе я тебе пиздану. А он не стал этого делать, то есть он даже не подумал обо мне, то есть он эгоист, получается. То есть это было эгоистично с его стороны, на самом деле. Эгоистично. Было очень некрасиво. Ну, как подлец поступил, ладно. А. Кто здесь? Тихо нахуй. Зомби мы трогать вообще не будем. Не имеет смысла вообще зомби трогать. Короче, мне нужно делать рюкзак и съебывать отсюда. Чё трёшься там? Сука. А там волк справа. Оба рычат. Пастернак. Ебану пастернак. Я себе на завтрак. Чтобы было хорошо нам. Слышишь, волк кричит. Да, и конечно ты, Спайдермен, блядь. Иди вон с волком воюй. Слушай, что-то мне не нравится. Мне душит сервер, прям душит меня со старта. Во-первых, лута нихуя, но это, в принципе, нормальное явление. Я к этому был готов. То, что мы будем находить, это будет на вес золота, понимаешь? Ням-ням-ням-ням-ням-ням. К этому я был готов, в принципе. Но что так много душнилого? Там волк, там зомби, там еще что-то. Вот бы сейчас на официалочке найти бы что-то пиздатое. О, патры есть. Делаем вот так. Пробка винная. Вот эти домики сейчас залутаем, посмотрим, что у нас получится из этого. Порвемся, сделаем себе рюкзачок. Если я здесь сейчас не найду рюкзак, то надо будет делать рюкзак. Если я не найду рюкзак, то будет гореть пердак.
металлический ломчик. Пинбоксы у нас уже есть, как бы, для отмычек. Это все, конечно, прекрасно. То, что они нам спавнятся в большом количестве. Но это не то, что нам надо. Сэр! Прошу прощения, сэр! Валяются, блядь, везде. И на официальных серверах роботы хуёбаты. Тут просто так не побегаешь, понимаешь? Тут есть движуха, тут есть экшен. Но нету нихуя вообще. Я шапочку только нашел, блядь. И где я вообще? Что за жопа? Я, кстати, в этом райончике особо никогда и не лутался. А компас есть и компаса нет? Тогда будем выживать по стариночке. Не, не так. Мы идем вот сюда. Нарубим эти два куста сейчас. Не, представляешь, да, человеку, с которым я поздоровался, по-человечески, между прочим. Было не жалко два патрона въебать меня. Это, а, блядь, что такое? В округе нету никого. Для Володи одного. Такого парня местного. Сейчас мы сделаем, короче, и рюкзачок, и копьецо себе, я не знаю, с каменным наконечником, наверное, лучше будет сделать. А для веревочки, что там такое у меня? Еще рубим на маленькие палочки. И сейчас будем выбираться на север. С севера пойдем вот так вот на юг до большого города. Я думаю, в большом городе мы с тобой сможем по итогу хорошо залутаться. Возможно, нам повезет, и мы с тобой найдем мотоцикл, понимаешь? То есть тут может быть у нас с тобой большое везение на самом деле. То есть там может с тобой прокнуть на байк. И это будет пиздато. Так, для рюкзака. А что у нас, кстати, по инженерке-то, блядь? Я рандомного создавал персонажа. Мне сейчас стало интересно на рандоме посоздавать. Для того, чтобы чувствовать себя прекрасно, мы должны сделать вот такой вот рюкзак. Нам нужно 3 тряпки и 2 веревки. У нас есть здесь 1, 2. Носок на член мы нарезаем. Блять, весь мокрый. Как бы Володька не приболел у нас. Так, делаем вот так теперь, смотри. Хуяк. И мы... Нам не нужна веревка, блядь, 2 веревки. 1 веревка нужна, все верно. Делаем рюкзачок. Мне холодно. Вон там Никита какой-то улыбается в чатике. Только не говори, Никита, что ты сейчас с пистолетом следишь за мной, пока я здесь крафчусь нахуй. Тут у нас уже стена пошла, да? Здесь мы делаем вот так. Камешек забираем обязательно. Не мерзни, братик, не мерзни. Делаем копьецо. И теперь я могу каменное сделать. Мне нужен камень, это еще одна веревка нужна будет. Подожди, я же скрафтил. А я что, стрелу скрафтил, дурак? Да, походу я стрелу заебашил. Камни уже пиздарик, кстати говоря. Володька мерзнет, хоть и в шапке. Сейчас мы еще одну длинную палку. Сука! Там... Ой, там смотри, там хуета стоит, это волк! Это кто там нахуй? Что за животные? Это Мишка! Там Михаил! Что, убьем Мишку с копья? Нет, 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 нет. Хочешь покажу? Нет, 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 не провоцируйся, не провоцируйся, блядь. Мы пойдем просто нам, у нас есть дела. Так ты знаешь, что мы его убьем. Ты же так прекрасно понимаешь, что мы пизданем Михаила. Нам нужно вообще в другую сторону с тобой идти.
Мишка для нас это херня, как бы. Это легко. Ну, не сейчас, не сейчас. Потом, в другой раз. Ну, его нахуй. С ним связано. Долго просто, понимаешь? Много времени потратим. Итак, нужно начать вот эту серию выживания, понимаешь, нормально, полноценно, плодотворно. Прессает, правда, непонятно в каких ебенях. Вот это вот мне не ясно. Еще и дождь вот этот противный, который, от которого слишком мокро и холодно, Володьки. Сейчас замерзнет, будет болеть. Ну, теперь я могу хоть еды навалить себе, да? Неинтересно. Неинтересно. Не-а. Не надо. Не надо на меня смотреть. Не надо. Прилетел поснимать. Как Володьку будут драть. Ру-дун-дурун-ду-дун-дун. Пока мы аккуратненько хорошо идем, потому что мы не нарвались с тобой ни на одно. Опа. Вот этот варик мне нравится больше. Мне кажется, зомби должен будет прочувствовать такой удар. Здесь валяется древесина, мы бежим насквозь и, получается, выбегаем отсюда вот по этой дороге. И как раз по ней же она нас приведет куда-то. Мы можем свернуть вот сюда. Если там у нас зима, мы бежим с тобою вниз. Вот туда нам нужно с тобой двигать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Чё, как ты к скаму относишься? Как ты к серии выживания на официалочке, а? Мне кажется, что это достаточно интересная идея. Давно мы с тобой на официальных серверах не выживали. Все какие-то выбирают, то лагучие, то еще какие-нибудь, понимаешь? А так хуяк пиздык-чирик. И мы с тобой на официалочке. Ну, ещё правильно бежим. Ориентир мы взяли. Теперь главное неплохо залутаться, так понимаешь, а не встречать таких ребят, которые прячутся от тебя с пистолетом, а потом бам! Мне друг нужен здесь. Товарищ верный для Володи. Найду ли я такого себе? Охуенно. Но пустоты, конечно, много в скаме. Хорошо, можем отмычку уже сделать. Это знак хороший. Вот здесь неплохо так можно пролутаться. Возможно, мы найдем какую-то стоящую одежду. Смотрим, нет ли у нас на горизонте мальчишек. Солнышко светит приятно. В этом райончике, я смотрю, никто, блядь, нету. Наверное, на севере вообще вот здесь никто не тусит. Там, наверное, пиздато базу сделать, мне кажется. Хотя далеко ездить до всей территории, понимаешь, на карте. То есть, если мы с тобой делаем вот здесь базу, то, прикинь, нам нужно транспорта сколько, чтобы добираться. Ну, я ничего не вижу. Все нормально. Так, сейчас бы... Опа, нихуя моток ниток. Очень хороший знак, очень хороший. Теперь шмотки, которые найдем, будем спокойненько с тобой чинить. Мне кажется, неплохо он. Неплохой у нас старт, на самом деле. Сейчас посмотрим, что будет дальше. Может быть, мы и рюкзак нормальный с тобой сможем. Опа, и джинсики нашли, народ. Вот это вот очень важно менять такую одежду, которая бесит, которая оранжевая. Очень важно перейти в новый этап, как говорится, одеяния, одевания себя. Может быть, и байкерскую куртку найдем. Выпитая кола. И шерстяной свитер.
колу кто-то здесь пил? Давно ли это было? Вопрос. Ну, пожалуйста, только не застрелите Володю, блядь. Колу пили здесь недавно, между прочим. Опять слышу. Этот же звук. Может, это знак, что игрок рядом? Свитер, возможно, тоже кто-то дропнул. Блять, мы на официальном сервере реально видим признаки жизни людей. На неофициалке реально бегаешь, там полный сервер, никого не встречаешь. Водичка льется. Я вижу рюкзак школьника, по-моему. Очень хорошо. Это не рюкзак школьника, но маленький мини-рюкзак. Но это очень неплохо. Теперь бы еды найти какой-то. Нам нужна будет еда, вода очень скоро. Метаболизм здесь что-то течет. По метаболизму очень быстро все происходит. Ни одного огнестрела, им даже не пахнет здесь. Да и едой не пахнет особо. Никого не видишь? Напиши мне, кстати, вдруг я кого-то не замечаю. Может, у меня есть шанс найти друга? Блять, вот оружие найду, дружить не буду уже искать. Это пока нет огнестрела, мы с тобой бегаем и говорим: здравствуйте, всем привет. Я Володя. Сука. Но кто-то же банку колы выпил. Не знаю, насколько это давно просто было. Вот здесь на грядочках что-нибудь сейчас найдем, не? Да. Урожая нет. Охуеть. Звуки странные. Ладно, нормально, перекусили хоть чем-то. Пускай переваривается огурчик. Кстати, на самом деле нам надо бы... Блять, я камень проебал. Нам надо бы порвать несколько вещей на тряпке, потому что тряпок нет. Ну и ножа у меня нет. Сука, опять нож проебала. Любитель проебать нож у меня, Володя. Пробки от бутылок — это несъедобно. Перчатки валяются просто так. Мотоциклеточные, конечно же, хорошо. Нашли неплохие боты. Очень даже неплохо. Слушай, ну реально пока неплохо-то у нас залетает. По луту. Ножик бы еще какой-нибудь найти. В принципе, скрафтить несложно, конечно, для рвания на тряпке, но тем не менее. Надо бы и топорик сделать, что-нибудь такое. Какие-то, блядь, грязные тряпки. Еды вообще нет, посмотри. Кипончик. И еще пинбоксы. Очень странно как-то расходованные.
Ага, доллары. Доллары надо копить, потому что можно теперь покупать всякие разные вещи. Это кто-то носки снял. Сука. Не, признаки жизни в этом городишке есть на самом деле. Я буду в розовом. Бля, ничего нету пока, ребята. Не, старт неплохой, конечно, но... Можно и пизжи. Неплохой он из-за рюкзака. На самом деле. Ой, как пиздато. Бля, есть что на самом деле? Здесь станочек. Пипон, вроточек. Ой, блядь, хорошо, но не слишком хорошо, а? Сука, сука, сука. Почему пистолетов мне не попадается ни хрена? Магазины попадались, но... Лопата. Не, лопата нахуй. Там какая-то живность. Мы сейчас бежим по дороге на юг. Может быть, мы найдем грибы по дороге какие-нибудь с тобой. Сейчас нужно крафтануть нож. Ебать, тут что, динозавр какой-то плавает? Слишком шумные лягушки какие-то. Чувствуешь? Надо топор заебашить на самом деле. Слышишь? Да, нахуй мне нож. Давай мы сделаем с тобой головку топора. Бля, нам нож нужен. Нам рубить нечем. Поэтому делаем сборку, короче, вот такую. Мы делаем головку топора, берем вот эти два камня. Еще один камень вот здесь сделаем. Хуяк пиздык. Идем. Сейчас крафтанем нож и у кустиков сделаем себе... Попробуем найти пару кустиков и сделать там топорик еще. Чтобы у нас было чем рвать на тряпке. Чтобы не было проблем. Проблема в том, что мне нельзя вот так вот просто бегать по лесу, потому что здесь могут быть волки, блядь. Блядь! Пожалуйста, нет! Я не знаю, кто ты и что ты! Рычит там нахуй, сидит. Понятно. Я понял, братан. Пиздец, вот так вот и добывай себе пропитание. Кукуруза. Нормально. Огурцом мы, кстати, нехерово напились. Сейчас кукурузой попробуем подкушать немножко. Вот здесь вот вроде бы два безопасных кустарника у нас с тобой. Поэтому здесь мы прям делаем нож. И попробуем с тобой заебашить топоридзе. Бля, у нас с тобой такое полноценное, понимаешь, серийное выживание. Охуительное. Какое, правда, пизды получили на старт. Ладно, это такое бывает. Это нормально. Надеюсь, никому до нас сейчас дела не будет. Например, мужчине с пистолетом какому-нибудь, бещеному. Надеюсь, здесь дела не будет. Что там нужно? Две длинных? Два мотка ниток? Чего, блядь? Два? У нас есть... Сука, нам нужен второй моток ниток. Мы топор просто так не сделаем. А раньше было тоже два? М-м-м.
Ну что, хуёво, нужно искать второй моток ниток, братишка. Топорик мы не заебашим. Возьмем две тряпки, скинем так. Нож в руке, нож в руке. Не очень хорошие условия у нас, конечно. Я думал, блядь, моток ниток, на вес золота, сейчас топорик заебашим. А видишь, как оказалось все плачевненько. Но зато джинсы не в хуевом качестве, на самом деле. Немножко жарко ему, Володь. Кстати, нахуя нам кепка? Пускай лысина у нас загорает. Огнестрел бы найти. Мне кажется, в скаме найти огнестрел просто это просто пиздец какой-то. Вот который на официальном сервере, да, чтобы он лежал у тебя, валялся. Тряпичные ботинки. Разрезать на тряпичные полоски. Тряпичные ботинки я еще ни разу не создавал на самом деле. Но у меня по ботинкам все заебись, поэтому я их трогать не буду. Как хорошо пошло выживание. Тан-даран-дан. Что-то мне захотелось скампы ебашить, понимаешь? Именно на официальном, чтобы вот было сложно. Нереально. Чтобы сервер не отключался, как непонятно, что я хотел он продолжить. Поиграть на предыдущем сервере, на котором с тобой начал с ним. Мишка, не шуми. Вот, и, блядь. Сервер отключен. Ну, что это такое? В принципе, все идет по плану. Мы потом бежим вот так. И вот так заходим в большой город. И там мы уже с лутом будем просто, я думаю. И если не будем, то мы там с тобой создаем самопал. Возможно, мы там найдем байк. Поэтому мне бы, конечно, побольше вместимости, чтобы я с бензином прибежал, например. Невезуха, невезуха. Вот такая тут скука. Турудун-дун-дурудун-дун. Ничего нет. Цемент лежит. Пассатижи я бы взял. Чисто на будущее. Здесь может быть еда наверху. Там внизу ящики можно было. Мы здесь не одни. Это разобранный игрок. Стрела с каменным наконечником. Человека уничтожили стрелой. Это был игрок. Нет, это зомби был. Его убили стрелой, а потом разобрали. Как давно это было? Мы с тобой постоянно бежим и встречаем какие-то следы жизни. Возможно, это был тот человек, который выпил колу. Слушай, как считаешь? И возможно, это было давно. Ой, как мне такая хуйня не нравится.
хочется опять нарваться на челика с пистолетом, который не хочет общаться. Пап, блядь, играют. Здесь же нужно дружить, общаться. А они... Ай-яй-яй. Здесь же нужно держаться вместе. В соседнем доме вон там. С луком и стрелой. Я слышал, как он ходит. Либо на втором этаже этого здания. Даже я так-то никого не вижу. Блять, нету, надо лук скрафтить, либо какую-нибудь хуйню, я не знаю. Очень опасно вот так вот выживать, когда вокруг огнестрелы, ваншотик в голову и пизда рулю. Как говорится, и ты повыживал. Общения никакого, ребята все агрессивные какие-то, злые. По лесу не побегать, медведи, блять, и волки. Слушай, мне это нравится. В любом случае, что я хотел тебе сказать, братик мой, сестреночка. Будем ли мы ебашить это выживание или нет на официальном сервере? Очень давно хотел, жду все, когда разработчики ведут то, что нам надо ввести, как говорится. Но, тем не менее, хотел бы начать с тобой серию выживания. Цель — найти байк. Цель — построить маленькую хибарку. Как ты считаешь? Реально это? Будем делать? Если да, то не забывай поставить мне лайк. Это значит новая серия выживания в скаме. Я обязательно ее продолжу. Но опять же, если тебе это будет интересно, ты мне даже знать напишешь, скажешь: отец, да, я хочу. Ставишь лайк и понеслась. Еще будем на стриме, наверное, делать это. Мне кажется, это пизда, да? Да? Да. Давай, короче, люблю, целую, значит. С тобой был я, отец Шиморо. Это был Володя. Пока-пока.